Рождество Пресвятой Богородицы – это большой христианский праздник, о событии, в честь которого установлено празднование, известно из апокрифического протоевангелия Иакова. События Рождества Пресвятой Богородицы произошли в небольшом городе Назарете, где жили ее престарелые родители. Иоаким и Анна любили Господа всем сердцем. Это были очень добрые, скромные, пожилые люди, но у них не было детей, а это считалось в Израиле большим несчастьем. Однажды на праздник священник не пустил Иоакима к жертвеннику. «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь наследников, а значит, наказывает тебя Господь». От позора и обиды он ушел в пустынное место, стыдясь вернуться в дом и надеясь вымолить у Бога прощение. Бедная Анна во всем винила себя, плакала, молилась и обещала, что если свершится чудо, она посвятит дитя Богу. По древнему преданию, Иоаким в пустыне, а Анна в горнице, получили радостную весть от ангела, что их молитва услышана. Рано утром они поспешили с благодарностью в храм и встретились у золотых ворот. А через 9 месяцев у них появилась девочка, Мария. Ей суждено было стать первым шагом в деле спасения рода человеческого от греха, проклятия и смерти.